Пензе идет якобы реконструкция единственного в мире деревянного планетария. В обществе охраны памятников истории и культуры заявили, что происходит не реставрация, а уничтожение объекта культурного наследия. Здание построено в 1928 году, а в 1987 году включено в перечень памятников истории и культуры регионального значения. Деревянное строение за годы пришло в аварийное состояние, поэтому уже 10 лет не эксплуатируется. Временно исполняющий обязанности губернатора Мельниченко сообщил, что на реставрацию планетарии выделяется 350 миллионов рублей, но по факту оказалось, что ни о какой реставрации тут речи не идет, бульдозер уничтожил все под корень. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.